У минулих програмах команда чоловічих розваг разом з експертом-поплавочником Володимиром приїхали на ставок біля села Сапожин, щоб протестувати місцеву водойму, а головне – отримати задоволення та приємні враження від риболовлі. Рибалимо за допомогою штекера та матчевою вудкою. Матчева ловля, англійська ловля, дальній закид поплавця – усе це різні назви одного із способів поплавкової ловлі. Технічно матчева ловля не є легкою. Аби засвоїти техніку ловлі риби на матчеву вудку, потрібен час. Та все ж мета виправдовує засоби, адже мова йде про ловлю великої риби і тої, яка до берега близько не підходить. Доказом результативності такого способу стала покльовка карася. Про особливості матчевого способу лову розповідає Володимир. Хочу розказати вам про матчеву ловлю по-англійськи. Це ловля придумана для ловлі карася, карпа, плотви на прудах, ставках. В Англії дуже розпространена така рибалка. Англічани використовують ось такі от поплавочки. Легенькі, 3, там, 2, 3, 4, максимум 5 грам. Вот сейчас попробую вам рассказать про эту ловлю. Значит, удилище, простое, любое матчевое удилище, конечно, предпочтение лучше отдать специальному английскому удилищу, типа ультралайтовому. У них тест от 2 там, до 8 грамм. Подойдет любое удилище, оборудованное катушкой. Леска, пускай лучше будет потолще, там 0,18-0,2. Поплавок я креплю вот таким вот адаптером. Существует большое количество различных адаптеров. Уже есть вот простой адаптер. Тут скрепочка изогнутая и 2 кембрика. Ничего сложного. Изогнутая проволочка с обоих сторон кембрики. Поплавочки, они уже отгружены. То есть, если их поместить в воду, то антенна уже вот так вот будет торчать из воды. То есть, нужно буквально, вот у меня тут стоит 0,2 грамма на леске, 0,2 грамма ставлю. Вот пол вот этого красного, вот этой части антенны погружается и прекрасно регистрируется поклевки. Дальше обязательно нужно установить вертлюжок. Вертлюжок служит для того, чтобы леска не перекручивалась. Тут и так стоит катушка, леска и так перекручивается. И если насадка будет объемная, там кукуруза с опарышем, она будет крутиться там пропеллером и перематывать леску будут какие-то, ну, некомфортно будет ловить. Существует много видов этих поплавков с разными антеннами. Все они вот имеют в нижней точке груз. То есть все они отгружены по антенну. То есть вот тут написано, допустим, поплавок. Улетело. Написан поплавок 3,5 грамма плюс 0,6 грамма. То есть вот 0,6 грамма тут нужно для того, чтобы догрузить вот пол вот этой антенны. Основные насадки, которые используют англичане, ну и я в том числе пользуюсь этими насадками на водоемы. Ну, самая первая насадка, это, конечно, и мы к ней давно уже привыкли, это хлеб.
Вот существуют такие просечки специальные. Вот такая вот латунная просечка. Берем хлебушек. Просекаем. У нас там в трубке кусочек хлебушка. Оп. И вот такая вот кусочек хлебушка. И мы можем его на крючочек надеть. В чем особенность вообще вот этой ловли? В том, что нету больших огрузок, и это при забросе насадка медленно опускается, медленно опускающаяся насадка, и эффективность ловли рыбы повышается во много раз. То есть насадка активная, подается естественно, и рыба атакует без боязни вашу насадку. Значит, следующие насадки, которые я применяю вот при такой ловле, это пелец фирма Флагман, разных размеров, там горох, кукуруза, конопля, макуха. Прекрасный рабочий пелец, я им пользуюсь. Вот английский пелец, 6-й тоже номер. В упаковке продаются насадочного, прикормочного пелеца. Есть пелец вот такого огромного размера. Ну, вот этот пелец я крошу и добавляю в прикормку, чтобы приводить рыбу. Пелец твердый. Вот насадочный английский пелец, он твердый. Его даже пальцами нельзя сжать. Как насадить его на крючок? Он не насаживается на крючок, а существует специальный монтаж такой. Крючок. Вот специальный монтаж. Около крючка находится такая резиночка, кембрик такой. И в этот кембрик мы устанавливаем пелец. Существует специальное приспособление. Оно продается в рыболовных магазинах. К этому приспособлению идет еще пакетик в комплекте с такими кембриками. Вот это приспособление вставляем в кембрик. Нажимаем. Оно раздвигает этот кембрик. Туда вставляем пелец. И вынимаем. И рядом с крючком пелец. Пелецы эти бывают различных ароматов. То есть подобрать можно к предпочтению рыбы. Еще одна интересная насадка, которой я очень активно пользуюсь. Это рыбная мука. Эта паста называется one-to-one. Вот это название один к одному. Это способ ее приготовления. Берем одну часть этой пасты. Вот, допустим, пол вот этой мерной чашечки мы пасту взяли. И столько же, пол емкости воды. Вот, пол емкости воды берем и выливаем сюда воду. Получается вот такая водичка. Размешиваем это все. Ну, вот это вот кашица, она через 15-20 минут превратится в мякиш такой и прекрасно будет насаживаться на крючок. Фирма «Флагман» презентує новинки рибальського сезону 2015. Приветствую всех любителей рыбалки. С вами Евгений Чертенков. И в очередной раз я знакомлю вас с новинками этого сезона. Сегодня я хочу представить вашему вниманию продукт из линейки прикормок CarPro – пелец Magic Loud. Ну
многими рыболовами было неоднократно замечено, что карп клюет намного лучше, когда на кормовом пятне происходит образование активно действующих элементов. Речь идет не о всплывающих частицах, а о выделении кислорода и всевозможных аттрактантов. Но, как оказалось, активность клева можно многократно усилить, если в этот процесс добавить еще и визуальный эффект. Pelis Magic Cloud – это прекрасно сбалансированный и экологически чистый продукт на основе растительных кормов. Pelis также обогащен комплексом витаминов, минералов, протеинов и аминокислот, которые отлично привлекают рыбу. Но самое главное, что в его состав входит уникальный ингредиент, придающий корму, попавшему в воду, флуоресцентный эффект. Отсюда и название Magic Cloud – волшебное облако. На данный момент линейка Magic Cloud состоит из 4 видов пелеса диаметром 8 мм с ароматами сливы, шелковицы, клубники и рыбной муки. Период растворения пелеса в воде приблизительно 45-60 минут, в зависимости от температуры воды. И сейчас я продемонстрирую вам работу пелеса Magic Cloud в аквариуме с водой, и вы сами сможете оценить всю уникальность этого продукта. Итак, подведу итог всего сказанного и увиденного. Pelis Magic Cloud. Первое – это прекрасно сбалансированный питательный комплекс. Второе – это эффект гейзера. Третье – обладает уникальным свойством, а именно образует флуоресцирующее облако. Четвертое – это отличный выбор классических ароматов для ловли карпа, которые удовлетворят вкусы любого рыболова. И самое главное – это продукт отечественного производителя, который изготовлен компанией «Флагман» непосредственно в Украине. Покупайте Pelis Magic Cloud в наших розничных магазинах, а также заказывайте его в интернет-магазине по адресу flagman.kyiv.ua. Ловите им, экспериментируйте с ним на рыбалках и не забывайте выкладывать отчеты на нашем форуме, а также в сети Facebook, потому что ваши наблюдения и ваше мнение очень ценны для компании «Флагман». Только благодаря вам и для вас мы разрабатываем и производим наши новые товары для рыбной ловли. Вместе нам есть куда стремиться. С вами был Евгений Чертенков. До новых встреч! Прошло 15 минут, и вот у нас эта каша.
она превратилась вот в такой хлеб. И делаем мякиши, шарики. Вот такое тесто. Ван-ту-ван называется. Очень удобно, она хранится долго. Можно положить в сумку или там какую-то упаковку и с собой постоянно возить на рыбалке. Оно не портится. Вот я в течение года вожу уже с собой. И когда возникают такие случаи, когда вялый клев или рыба там плохо реагирует на другие насадки, вот такая насадка, она прекрасно активизирует рыбу. Особенность этой насадки в том, что под водой вот эта насадка, она начинает растворяться и создает вокруг вот этого вот шарика такую взвесь. И рыба очень хорошо реагирует на такую вкусную воду. Уверенно берет вот эту, заглатывает вот эту насадку. Вот рекомендую использовать вот эту пасту. Она есть там у разных производителей, вот как у нас мастырка типа. І ось невдовзі впевнена покльовка в дно, підсічка і знову приємна важкість. Останні ривки, спроби зірватися з гачка та вже через кілька хвилин красень короб в руках у Володимира. Саме в такі моменти отримуєш масу позитивних емоцій та задоволення. Вот он начинает потихоньку утомляться уже. Сейчас мы ему будем штекер гудит. Воздух ему, красивый кар. Воздух ему, не сдается, боец. Затянул. Ах, это же водоросли. Подсак у нас длинный. Ну, взять там. Хороший карп. Отлично отработала резина. 1,8 диаметром. Прекрасный карп. Леска основная 0,14, поводок 0,12. Вот такими тонкими снастями мы взяли вот этого красавца. Отличный карп. Крепкий, красивый. Але час завершити риболовлю та підвести підсумки. Попереду рибальські ігри «Флагман 2015» та багато цікавого. Перебачили ми пару часов на ставки вблизі села Сапожин. Риба тут клює активно, ловиться плотва, крупний карась, є покльовки карпа. Получили порцію адреналіна, удовольствия. В принципе, ради этого мы и ездим на рыбалку.